будем сейчас вырезать эту тыкву. Мы уже нарисовали на ней глазки, ротик. И сейчас носик. Я попробую ее вырезать. Так. Ну что, сначала я вырежу крышечку. Попробую. Но у нас чуть-чуть попорчено, но ничего. Пила ее и не заметила, что с этой стороны ножка она была как-то вот сейчас, где я режу, немножко как придавленная. Ну, как было что-то прибитое, видимо. Вот такая крышечка. Ее можно сразу эту срезать, чтобы она не мешала. Теперь надо вот такая она вырезать внутри. Вот это все надо вырезать. А пахнет она обалденно. Вкуснотища. Очень вкусно. Прям такой запах дынный. Прям как будто бы дыня. И косточки у него в форме капелек. Косточки такие, как... В форме капелек. Очень полезные. И можно садить тыкву. Очень хорошая тыква. Ароматная такая. И вкуснее, наверное. Наверное, можно с ней много чего. Теперь приступим. Почти очищена. Чуть-чуть. И будем приступать. Так, ну вот, мы уже его порезали. Вот такой он в серединке. Уже вычищен полностью. Теперь будем вырезать вот эту красоту, глазки, носик. Сейчас попробуем. Мы делаем это первый раз. Такой у нас получился Джек. Зажгем свечечки и посмотрим, какой он у нас будет. Ой. Такой джек получился у нас.